Здорово. Мы продолжаем прохождение Darksiders. Так, интересно. У меня почему-то шумит компьютер. Прям очень сильно стал шуметь компьютер. Что очень странно. Вроде бы на микрофоне не слышно, хотя, конечно, у меня есть еще идейки. Сейчас один момент. Есть кое-какие идейки. Посмотреть, может быть, да и правда. Странно, да нет. Ну и ладно. Что такое? Так, у меня кошка начала сходить с ума опять. Почему у меня открыто сейчас меню? Да, меню. Ну ладно, неважно. Я думал, на самом деле, я заметил, что вот горит мой меч, так сверкает. Я такой подумал, это что-то значит, видимо? Нет, это ничего не значит, это просто он выбран, можно так сказать. Почему-то у нас нету каких-то двух реагентов, неизвестных мне. Но неважно, на прошлом стриме мы прошли очередную локацию, и нас в конце похитили пауки, по всей видимости. Опа, там целых три сундука. Похитили пауки. И в конце стрима мы выбрались из кокона. И на этом, в принципе-то, мы и закончили. Ведь у нас новая локация. Как называется? Железный свод. Уничтожить Силиту. Надо уничтожить. В общем, ну что ж, мы двигаемся. Да, здесь мы, по всей видимости, получим какой-то крюк-кошку или что-то типа, либо паутинки какой-то, которая поможет нам притягиваться, по всей видимости. Мне нажать действие. Я пропустил диалог. Ничего не... Ага. У него какой-то типа панцирь, да? Почему теперь не пробивается у животных? Ну ладно. Ну, я предполагаю, что надо замедлить время и проползти. Thank you.
Странно, что не могу ее в живот подрезать. Кис, ты немножко не вовремя. Тебе не кажется? Скажи, я всегда вовремя, да? Ну ложись, 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 ложись. Я не знаю, как ты ляжешь. Как-нибудь ложись давай. Главное, не мешай. Блин, надо как-нибудь этот провод придержать, потому что она любительница оттягивать наушники мне. То есть ложится на провод, и провод тянется вниз, и... Ложись. Давай. Ну. Нашла местечко. Блин, мне теперь играть неудобно. Ну, вот здесь сбоку, сбоку, здесь давай. Да не да, да не наверх, не наверх, нет. Хотя может там наверху, на шее где-нибудь там повиснуть, не знаю. Ай. Тут надо, да, вот так вот, вот. Вот, смотри. А? Нормально вот так вот? Нормально. Все, мы улеглись. Чувак такой подлетел, сказал, типа, where is this? Типа, вот он. И он один такой прилетел. Забавно. Так, решила музыка заиграть. Неожиданно. Там нужен ключ. Опа, мост сломался. Понятно. Я нечаянно чуть ли хилку не потратил. Давайте-ка нахрен ее уберем отсюда. Можно как-нибудь отвязать? Давайте на нижний, не знаю. Не факт, что я нажму как-нибудь так. Хотя, наверное, я, скорее всего, нажму крест. Окей. Так, не ломается это что? Подожди, подожди, подожди.
Здесь типа ничего нету. Застрял, да? Можно пробовать, надо было, наверное, поймать их в две руки, так сказать. Сейчас прилезут, посмотрим. Отлично. Можно давить просто. Замечательно. Ну, этих здесь много. Много, значит, халявная ХП. Окей. Прям под ноги прыгают. Это замечательно. Думаю, можно просто упасть вниз, наверное. Да или нет? Нет, нельзя. Нельзя, нельзя. Так, а это что? Что это мне дает? Лифт, что ли, приедет? Я даже бы, знаете, не подумал бы, что тут можно зацепиться. Мне кажется, я знаю, как он разобраться. Ну, во-первых, мы сюда идем, да? Я так предполагаю, что, скорее всего, либо здесь, либо наверху ключ. Наверху, значит, ключ. Опа, у нас карта из местности. Замечательно. На прошлой локации мы карту, кстати, местности почему-то не нашли.
Так, а сейчас мы полностью ее наклоним. Наклоним. Здесь стопудово ключ. Да, ничто иное здесь другое не может лежать. Понятно. Почему нужно опять разрывать? Интересно. Я бы даже и не подумал. Если бы выходить, тоже можно сломать. Блин. Интересно. Будем знать. Офигенно, нифига себе как спрятали, а? Вот хитрые, а, разработчики. Вставляем ключ. Так, это типа очередные загадки, что ли? Так, я так предполагаю, что... Меня скушают, да, если я подлезу снизу? А вы атаковать умеете, нет? Где она? Или нет? Нет, она меня не атакует, смотрите-ка. У меня есть предположение. Но оно не точное.
Да, подожди. Да подожди, я даже не вижу, где там лазишь. А как мне туда забраться-то, а? Я думаю, если мы вот так поползем, то... Don't make me call you again. Можно в тебя что-нибудь кинуть, а? Педрило. Если мы поползем, она просто нас сожрет. Надо что-то сделать. Ты не херел ли, блядь? Педрила. Хосман. А, погодите-ка. Понятно, типа... Типа можно надамажить, короче. Блять, вы че, реально? Можно было просто в другую сторону допрыгать и все. Кайф. Яростью это я не пользуюсь, кстати. Ну, изредка пользуюсь на самом деле. Так, что мы делаем? Я ее так и не убью, да, вообще? Понятно, надо, в общем, короче, типа, пока она будет в ауте проползти. Нет? Не залез, что ли? Я думал, мы ее убьем, типа. Да, блядь. Камера говна. Залазь. Малыш, залазь. Вверх. Кажется, можно ее убить. Наверное. Ну, давайте заканчивать с этим фейерверком. Может быть, или не. Это у нас кто? Посильнее, что ли? У меня есть ультимативное решение на всех средних врагов.
Подожди, а как туда залезть-то? Иди-ка сюда. А как туда залезть? А, ну может тогда... Угу, понятно. Не сейчас. Хотя нифига сейчас можно будет залезть. Окей. Можно кстати, посмотреть, сколько мы собрали этих. Я не знаю, что они нам дадут. Ну, помимо того, что нам Вульгрим дает какие-то ништяки, мы, походу, собрали почти все. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук, плюс еще командиров мы где-то повара пропускали. Еще пять штук осталось собрать. Я знаю, что нам вот сюда. Можно там наверху как-нибудь? Вообще не пускает, ну и ладно. Так, мы такие штуки уже видели, кстати. Давайте-ка все заползайте уже. Да что это лифт? Не пойму зачем. Ну, типа, чтобы эту штуку закидать. Ну, а нахрена нам это нужна? Кстати, под лифтом ничего нету. Эта серия Dark Souls научила, что всегда что-то есть под лифтом. Но это серия Dark Souls, да, не Darksiders. Так, я предполагаю, что скорее всего надо вот на этот лифт ее притащить. Потому что мы ее потащим наверх куда-то.
Конечно. Это было логично, на самом деле. Конечно, еще логично, наверное, что там наверху что-то должно быть. И там что-то наверху есть. А, только... Глаз чешется, ухо чешется, все чешется, господи. После кошки всегда все чешется. А как нам наверх забраться-то? Ну, я вижу, что там что-то есть наверху. Как тут забраться, вообще без понятия. Эта хрень не сдвигается. Не знаю. Ну, там будет вход. Что-то зря. Там выше можно подняться. Подожди. Блин. Можно уйти? Ой, я забыл. Да подожди, ты что творишь? А ладно. Ай-яй-яй, вот не вовремя начал заряжать свой удар. Дико сложно. Ну блин, подожди, чувак, сейчас паучок придет. Где паучок? Бля. Да ёбан. Ай, ну уходи ты, господи. Почему я не могу дышаться в бок, а? Весь рейндж атаки, от которых уйдешь.
Так, я не хотел тратить хилку. Я вот, блядь... Я ее случайно нажал. Вот нахера вот вы ставите хилку, вот... Как я вообще умудрился себе нажать? Ну, я там атаку проводил и решил нажать. Мне показали, типа, чувак, давай спам нолик. Я такой, окей, спамню нолик. И... Как говорится, наспамился, да? Однако. Ладно, купим, это 50 стоит, не сильно дорого, в принципе. А, я понял, как забраться, что, смотрите, можно будет забраться вот отсюда. Это надо будет еще привет, еще надо будет вспомнить, что надо сюда идти. Да? Ну ё-моё, здесь можно было хилок нахилять, смотри. Свои запасы Чего не слазить, а все? Так, ну ладно, окей. Это что, паучиха снизу подо мной или надо мной? Не вижу, ну ладно. Не вижу, значит нет. В чем проблема, да? Типа на 4-4 пауков убить или что, я не могу понять, что это такое. Как мне их убить, если вы не показали мне, как их убивать? Понятно, сейчас сломается. Музыка заиграла тревожная, значит сломается. А. Обманули. Там сундук остался наверху, блин. Ч
Печально. Там еще сундук есть, а как туда попасть? Ну это ярость на самом деле, она мне, ну ладно, возьмем. Что это за каска? А, это набилочка на руку, понятно, ну вот. И чё? R2. Алло. Да ты чё, блин? Понятно. Окей, убей всех теперь. Хорошо. А где она мне теперь? Абордажная эта цепь. Вот самая бесполезная штука в этой игре — это гудок вот этот вот. Потому что нахрен он вообще сдался, непонятно. Так, все, у меня походу все предметы есть, да? Руина. Блокирующий контур. Нет, ну или два предмета еще должно. Это херня вообще, ревун, блядь. Куда? Чё им реветь? Может быть, на самом деле, кстати, имбовая вещь. Если знать, как им пользоваться, да, наверное. А, раскачиваться на синих и под этого. Ага. Наверх мне никак нельзя забраться, да или нет? А там дверь, кстати, у меня закрытая была. Окей. Ну, не знаю, зачем здесь раскачиваться, можно так залезть. Мы с другой стороны обошли, ничего себе. Я не знаю, типа я успел или так и надо было. Это ключ, кстати.
Взять, не взять, не знаю. Я вряд ли сюда вернусь. И чё, как отсюда выползти-то, а? Так вот и выползем. Я понял. Вы не поверите. Я понял. Я просто читерня сраная, да? Или я не понял? Наверное, надо было ударить в Хронос, побежать, надамажить этим чувакам, зацепиться за крюк и заползти. А что у нас там находится, интересно? О. Ярость, что ли? А, фрагмент брони, кстати, окей. Давно не находили, кстати. Надо было, короче, в общем, ударить. Вот так вот. И туда переместиться. По-быстрому. А я как читерня просто слетел. Снизу почему-то они меня даже не цепанули. Не знаю почему. Это очень интересно. Ну и чё ты, блин, делаешь, а? Алло. Я не понял, почему там не зацепился. Странно, очень странно. Ну вот же. Бляха, муха. Я думал, пробежит, ну, типа, нажму прыжок, все дела. Ну нет. Отлично. А, это этот зеленый. Зеленый мне не нужен. Что, теперь цель убить пауков? Да ёпте. Ай. Отлично. Да откуда он выполз, непонятно. И вроде сверху-то и не было видно. По крайней мере, я не видел.
Вот это классный бэктрекинг. Возвращайся обратно теперь. Ты там видел пауков, проходил. В общем, надо вернуться и поубивать их теперь еще. С другой стороны, я могу забрать кое-какие сундуки. Да? Вот эту могу вещь забрать. Что, думали, что я полезу пешочком? Он опять не прыгнул в конце. Да ты, почему он не бьет их сразу? Окей. Так, теперь можно сюда слезть залезть. А вот можно мне... Понятно, он типа... Кошка. Так, один момент. Такс. Почему я там не остался? Вот, разберись. Отлично. Короче, она не целится. Почему он отпрыгивает назад? Что-то не пойму. Или типа он... спотыкается об... Ага, он типа спотыкался об эту штуку. Что тут, броня? Искатель кладов. Замечательно. Охотник за сокровищем. Так, тогда давайте, наверное... Господи, да сколько сундуков-то, а?
Ну, наверху почти... О, там босс, кстати. Тут сундуки, тут... А как вот на эту аренку? Это, типа, чё... А, это аренка с боссом, кстати, будет. Тут сундуков миллиард. Так. Давайте все тогда убивать, чтобы потом не возвращаться, не смотреть на эти сундуки с ХП и думать, типа, а забрал ли я этот сундук или нет? Даже их трогать тут не буду. Если они сами не накинут, то хренью страдать. Могли бы и сидеть дальше. Все равно за них, блин, мало ХП дают. Ну, не ХП, а... Ну, вы поняли. Куда слазь, ну? Ай, блин. Я не знаю, можно ли как-то заблокировать атаку, блин. Я не знаю, не знаю, можно ли отблокировать. Без понятия. Так, что, минус паучок? Минус паучок. Очень много она отжирает, я не знаю, почему. Можно ли просто держать блок или хрен его знает. Вроде бы держу блок. Сардамак сам проходит. Что это такое вообще? Туда подошли. Не бойся, не бойся, лиса. Где-то там есть сундуки. Это где-то там. Это там где? И как туда попасть? Типа... А, окей. Точно, там были сундуки, да. Помню. Припоминаю. Что за сундуки? Разные сундуки. Так, что там у нас по сундукам? Там еще сундук есть. Можно еще выше забраться. Так, ладно. И вон там есть сундук, где-то где у нас красная дверь. Это к боссу, окей. И тут сундуков до хера. Эй.
Вы поглядите, а на них? Чалька. Эх. Что, за ней что ли лезть? А если я типа... Нет, смотрите, можно ее блокировать. Только надо типа в тайминг попасть. Где там сундук сверху-то, интересно? Сейчас, по всей видимости, буду кидать. Это ж босс, да, у нас? А, я понял, понял. Дядя, ты что творишь? Да нет, он ту хрень тащит. На. Блять, началось вот это вот. На. Ну и чё? Как его цепануть? Его можно в рот закинуть. Вообще хрен знает, что делать. Все хп отожрало. Я помню, что она делает с этим боссом. Босс легкий на самом деле. Если бы, блять, вот эта херня бы не творилась, которая непонятно, что надо делать. А, так можно в жопу, да? На, прыгай. Ну ладно, первую, как говорится. Как увернуться? Алло. Если берешь его автотаргет босса, ты вообще ни хера не можешь сделать.
А вы не хотите мне все хп дать, которое у меня было перед тем, как я заходил к этому боссу? У меня как был фул хп, нет? Не? Можно стикер? Сука, игра позорная, а? Чё и хп у меня срезали наполовину? Вообще класс. Ладно, теперь понятно, хочу делать. Да уходи ты! Окей. Что будешь делать? Автотаркет говна на самом деле в этой игре. Говно, что таргет. Кошечка, ты не вовремя, не поверишь. Вообще не вовремя. Что ты без урона прошел? Насколько я понял. Все? Это босс был или полубосс? Это был полубосс, отлично. Over here. Over here. Я как будто не найду дорогу. По-твоему, да? Типа не догадаюсь, куда идти. Так, это что за хрень? Что за херня улетела? А вот очень интересно, мне после босса дали фул хп, и тут сундук лежит сразу. Берите хп еще. Это арена? Это арена. Кто это такой? Ты кто такой? Yeah.
Куда полез? Опа, алло. Привет. Два. Так, подождите-ка. Дайте мне хотя бы одну. Вот нахера мне эту собаку дали вот сейчас вот. Да? Могли бы дать в самом начале, я бы хотя бы мог бы мобесу бы с помощью него растолкать. Ну, очень похоже эта штука, ну это хрень, не знаю как называется, конечно. Этот демон или кто это? Похож на Цербера из God of War, как бы третьей части. Но третья часть, напоминаю, еще не вышла. А во второй что-то было подобное? Я вот, кстати, что-то запамятовал, что во второй было. Так, привет. Это куда? Здравствуйте. Здесь басня в бою. Это типа усилитель какой-то. Я не знаю, вот это что у нас. А, это легендарка. О-о-о. А что у нас тут стоит? Какая-то залупа стоит. Опыта. Так, при использовании оружия опыт получается, значит, привязываем его вот сюда вот. Легендарка. Так, это ХП, да, у нас тут на самом деле все. Окей. Ну неплохо, мне понравилось на самом деле. Вот чё вы не лезете, когда надо, а? Я же нажал вот блок, блядь, сам по фильм. Да сделай ты атаку, господи. Иногда герой не слушает, прям. Не знаю почему, но вроде он просто не слушает.
Как вот его убивать? Да я не вижу ни хрена, ёп. Кошка, вот ты не вовремя, блядь. Чувак. Блядь, в общем, все, всё хп почти съели, а? Слазь. Иди сюда, мелкий. Дебил. Да. Сначала сундука рядом нету никакого. Там в заду был один сундук, да? Вот тут был сундук. Вон там чуть-чуть что за сундук, я так и не помню. А мы сейчас за ним сходим, я знаю, как его забрать. Наверное, сходим. Отлично. А, так мне предлагают, блин. Ну все быстренько, наверное. Открывай ты, господи. Я просто не хочу на эту локацию возвращаться. Кстати, я не знаю, что делать с теми локациями, типа, ну, которые мы уже прошли. В плане того, что, наверное, придется мне их вне стрима проходить, потому что я не вижу смысла на стриме бегать. Да, вот этот вот. О, ну тем более, да, с таким сундуком и не грех было вернуться. А это живительная сила, отстой на самом деле. Я думал, что-нибудь посущественнее, если честно. А как мне завести обратно? Обратно, как мне забраться? И можно как-то отсюда уйти, или что? Окей. Так, а можно мне... Ну, на самом деле, можно и так, наверное, назад. В принципе.
А вот здесь придется, блядь, есть. Да, придется их убить, наверное. Они же на стену полезли за мной, да? Или как? Игра помогает от количества этих паучков. Так, ну мы ушли. Окей. Тут какой-то есть спрыг. Мы, наверное, спрыгнем, когда убьем босса. Он такой позорный, да, вот этот? Прям бесит. Я надеюсь, мы в финале его убьем. Так, ну у меня фул хп на самом деле. Это единственный косяк, что у меня не фул этих. Ну давайте откроем, посмотрим, что там за босс, что с ним делать. Ой-ой-ой, что-то мало места. Очень мало места. Your presence, horseman. There are so many stories about you. You have killed three of the chosen, taken their hearts. Disturbing. Is that why you have come? To slay the final tower guardian? To take my heart? Did Samael tell you how he came to bear his tainted blood? Why his accursed power beats within our breast? It is not the tower that the chosen protect, horsemen. Our charge is to prevent Samael's return at any cost. You may kill me and return to Samael with my heart, but in him, you will face a threat greater than all the chosen combined. I did not come for your counsel, Spider, or your stories. My children will dance to the music of your screams! Что с ней делать-то? Чё удерживать? Чё удерживать? Thank you.
Мне пишут на краю экрана, если видите, удерживать что-то. Что удерживать? Ёбаный. Да доловись ты, блядь. Пиздец, да, вот. Перекат говна. Просто перекат говна. Вот реально. Хрен уйдешь. Что делать, блядь. Это вся битва? Samael will be waiting for the last heart. You think he's going to let you live long enough to collect on your end? Кто его знает? Если честно, что это за херня? А! Окей, я понял, что за херня. Что, вот этот сундук забрать?
Ага, ну ясно, понятно, это наверх просто. А вот. Вот это вот спрятано прикольно. Я даже не заметил сразу. Тут сундук, это ХП. Это тоже ХП. Тут больше ничего делать нечего. Тут делать нечего. Тут тоже ХП. Все на самом деле у нас. Босс повержен. Все собрано. Отлично. Где выход был? Да он по-любому, Самуэль, этот педрила, тот еще и нас по-любому предаст. Тут к Ванге не ходил. Это однозначно, мне кажется. Так, мне предлагают лошадь одеть. Одеть. Ну, вы поняли. А нельзя было где-то поставить где-нибудь Вульгрима? Очень странно, что расположение торговца нету на вот таких, таких локациях, да, как вот, локациях с боссами. Я бы, допустим, хотел бы прикупить парочку хилок. Такое ощущение, что вот эта вот способность путешествовать через по мосту нужна только здесь, чтобы путешествовать по вот этому мосту. Так, нахуй на лошадь слазь. Именно чисто вот для вот этого момента. Такое просто такое ощущение. Я не знаю, насколько оно истинное. Интересно. Я думал, у меня получится. Где-то я еще, кстати, видел вот на этой же локации вот эти вот красные штукенции. Если вы помните, мы там тоже лазили, и мы их видели. Но сейчас лазить и заново их искать, конечно, не особо-то и хочется. Если, конечно, только... Если только мне не показали все... А мне ничего не показали. Ну тогда это странно. Это что? Конечно, может быть, и надо здесь на лошади, типа, заехать туда. Вот. Лошадь сюда не заезжает, на самом деле. И я тогда вообще без понятия, как это сделать. Типа... можно с другой стороны. Ну, тут, кстати, много было вот этих вот сундуков. Да, ни хрень какая-то получается. Очень странное место. Я не могу его раскусить. Тут именно только на лошади можно запрыгнуть.
ничего себе. Это что, ри... Да не, не может быть. То есть тут можно сделать что-то. Неудобно опять легла. Что такое? Что такое? По ощущению, где-то здесь должна быть вот эта вот блямба, которую можно кинуть. Только по ощущениям она должна где-то тут быть. Или типа ее тащить сюда. Но я тогда не смогу залезть. Если я буду тащить, я не смогу сюда залезть. Где? Давайте проскачем, посмотрим. Где-то я видел еще вот эти вот красные сферы. Карте лучше посмотреть. Мне кажется, где-то вот здесь я видел. Или где-то вот здесь я видел. Я где-то залазил. Вот, 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 вот здесь вот. Точно. Что это нам дает? Это очень, типа, можно сюда залезть. Ну, окей. Сундук. Есть сундук. Хорошо, спасибо. Что-то еще? Кошка начала с ума сходить. Это в порядке вещей. Вспомнить, что мы тут делали. Так, ну куда-то идем. Окей. Где-то еще была синяя была.
Здрасте. Нет, это мы как-то вот так вот вниз пошли. А потом я куда-то... А потом мы вот туда скакали, да? Погляди, а там наверху есть еще сундук. Черт. Там наверху есть сундук. Ну ё-моё, игра. Это что, победа что ли? Нет, победа. Как мне его забрать тогда? Вопрос. Вы поглядите, там есть сундук, да-да-да. Он там есть. Там есть за что зацепиться даже. Только как туда зацепиться? Почему я не могу? Блять. Почему игра? Короче, та игра вообще прям. Я, кстати, еще кое-что увидел. Это где я увидел? Это я вот здесь вот увидел. А что такое? О, привет. Фига себе. О, так вот как лезть, блин. Да есть. Понятно, надо, короче, что надо сделать-то? Непонятно, что надо сделать. Ну уже близко. Здесь вообще не видно, да? А, да нет, это наше же. Это наше же. Может, это отсюда можно зацепиться? Ну да, блин. Давай цепляйся. Цепляйся. Отлично. Ну я тупанул, на самом деле. Все проще было. Все было намного проще. Что тут? Осколок брони из бездны. Я не знаю, что за броня, но я думаю, что она хорошая штука. Коль мы их собираем. Осталось три штучки. Три куска.
Я думаю, теперь сходить еще вот сюда. Вот. Если мне дадут, а мне не дают. Где я тут? Сверху. Ну, очень тупо делать эти вот так называемые блокады. Типа невидимые стены. Меня вот напрягают, допустим, эти невидимые стены. Еще в километре заход нет. Сейчас еще одно место проверим сразу же. Потому что мне кажется, это как раз какой-то сундук с картой. Вот здесь он где-то должен быть сверху. Почему этот камень летает? Да, нам кто-то вот сюда вот лезть. Все, блин, бы вспомнить. Где-то на самом верху была вот эта вот штука была. Так, тут что у нас? Вот сюда наверх надо, наверное, сюда наверх. Бэктрекинг. Где-то здесь же, да? Нет? Я еще такой стоял, посмотрел, такой думаю, окей, мы залезем туда. Но... Вот она. А как наверх добраться? Как забраться наверх? А, тихо. А это что такое? Это что за вентиль? Так, можно было сюда забраться через эту, окей, и начнем на другую сторону.
Это что за меня? Я вообще не понимаю, зачем мы это сделали и к чему это нас приведет. Но мы сделали дополнительную дырку. Ничего себе! Это вот такая вот сложная комплексная задача для того, чтобы поднять вот эту вот штуку. Воевода. Это эмблема и знак жесткого генерала адского войска. Ее имя давно забыто, но остатки былой мощи еще не еще скрываются внутри артефакта. Вульгрим будет очень рад. Так, а как же я буду очень рад, если я смогу понять, как теперь из этой локации быстро выбраться. Вот. Муж, не надо быстро выбираться, коль там у нас еще есть. Я на самом деле хотел это сделать вне стрима, но зачем-то вот я такой думаю, ну коль мы здесь сейчас рядом, просто по пути заберем. Забрали, окей, конечно. Посмотрите, посмотрите-ка. Не переиграю, я вас переиграю. Не знаю, может это будет помощнее. Мне кажется, она сильнее домашняя. По ощущениям. Что тут такое, что так защищает яростно? Дар раздора. Будучи использованным, дарует мастерство в работе с огнестрельным оружием, делая войну опаснее при перестреле. Да отстой вообще. Братишка, тебе там как, нормально? А, это наверху, да, лазит. Но этому тоже плохо. Так, а отсюда вообще выход где? Вот здесь выход. Сюда мы как просто? Сюда просто разлазим. Назад-то мы не выберемся никак уже.
Потому что там-то мы типа проваливались в дырку, в щель. И назад как бы у нас вариантов ноль выбраться. Только дальше по локации путешествовать. Кто умер, смотрите. Так, отлично, у нас... Вот, отсюда, кстати, выберемся. Выбрались уже. Уже выбрались. Замечательно. Наверху что-нибудь есть? Ничего нету. Все, уходим. Но я еще на эту локацию, наверное, придется мне вернуться все-таки. Вне стрима. Еще придется вернуться на предыдущие локации. Что, я где-то еще видел блестяшки так называемые. Почему я не могу здесь ехать на лошади? Харе точить когти об мою кресло. Я уже подумал, что ты, блин, не работаешь. Серия рикошетов, окей. Что там можно еще по коса? Удар, прыжки. Держите. Знаете, что можно купить? Сколок ярости. Нахер она нужна на самом деле? Измельчитель. Пила. Давайте пилу возьмем. Давайте все, наверное, возьмем. Что у нас еще есть по деньгам? Коса жнеца, я бы, наверное, измельчитель серии рикошетов бы взял. Измельчитель есть. Больше яростных... А, больше яростных душ, а нахрен. Увеличит количество рикошетов при использовании... Вот эти штуки. Зажать врага недугом. Ба-ба-ба. Адского барьера. Второй уровень клинков. Давайте купим. Дорого, все остальное. Воздухе, да я не знаю, это жнецом не использую, кстати. Ну ладно, все. И поехали. Нам вот сюда. Очень интересно, что в нору мы не можем, смотрите, мы можем переместиться в любую локацию, кроме норы почему-то. Ну не норы, точнее, а вот это Локи-паучихи. Это очень странно. Как по мне кажется, может быть, я там... Да навряд ли, я не нашел в Гуглине. Он бы, наверное, был бы вообще на очевидном месте, мне кажется. Прибежал намного быстрее, чем положено. Бывает такое. Где-то здесь тоже можно было зацепиться. Ого. Чего нафиг не свалим? Можно, кстати, здесь нафармить душу.
you might not live up to your end of the bargain. Give it to me. You lied to me about the Chosen. They never guarded the tower. What does it matter? Our deal wasn't for ancient history. I promised you the tower, and you shall have it. Did it amuse you to deny me what's rightfully mine? With my powers restored, I am like unto a god. I can suck the marrow from your bones before you drew another breath. I could. But I too have a code by which I do business. Besides, say what you will about balance and your ridiculous lore. I recognize a quest for revenge when I see one. And revenge I respect. As for the details of my resignation, well, I do not approve of the company my master keeps. Why did you challenge the destroyer, Samael? See your journey to its end, horseman. You will understand soon enough. You trust him? Who knows where in the Nine Hells this portal will take us? We will meet again. Черный трон. Забавный мост. Azrael, heaven help me. The seventh seal was not broken. What have you to fear from me, angel of death? If you do not intend to kill me, then perhaps you will help me. You've given me no reason to do either. Listen to me. The gate must be shut. The tower must be cut off from the well. It is from the well that the destroyer draws his power. The well of souls? Millions of souls, yes. Enslaved, twisted. A corrupt power to fuel the destroyer's armies. You are stewards of the underworld, watcher of the well. Not a single soul flows back into this world without you knowing. Unless, gatekeeper, you opened the way. The destroyer sent the mightiest of his chosen against me. I fared no better than you did, horseman, against Straga. Straga, you will take me to him. You have my word. Then tell me what I must do, Angel of Death. Please,
You must find some way to draw power to this chamber. Please, you must find some way to draw power to this chamber. А, типа его заперли. Так, очередные загадки. Ой, господи, что там еще? А, вот эти сферки. Я так и не знаю, что с ними делать. И мы их видели много по игре. Ладно, на самом деле я предлагаю на сегодня прервать наш путь. Путь всадника. Ну, допустим, в броне, вот сейчас вот с обилочками со всеми выглядит как-то... Или я уже привык к его внешнему виду? Наверное, привык все-таки. Ну, так или иначе, на сегодня все. Освобождать Азраила мы будем... А, мы уже в башне, нифига себе. Ну, как видите, у нас там вот в краю экрана тоже есть затемненная какая-то область. Так что я думаю, мы сейчас освободим и попадем, нас бросят, опять куда-нибудь кинут, мы опять пойдем по локации, наверное, гулять. И так думаю, на самом деле очень печально, что я, слушай, зашел, и это меня заставляет проходить локацию. Я думал, что можно будет попутешествовать по миру, сходить в предыдущие локации. Но так или иначе. Мое любимое слово. Да, пока, короче, все, давайте. Увидимся в следующем прохождении Darksiders.